пошли. Цветы Клотильды. Хочу показать, что вот совершенно недавно здесь были другие цветы. И уже вон посадили другие. Вот те. Не такие красивые были, их выдрали. Мы пошли гулять. Ля-ля-ля. Красота. Идем. Смотрите, как красиво кругом. Сейчас всем покажу. Какая красота. Висит. Видели? Он украинский. Какая красота тут, смотрите, какие синие. Вот это ведь тоже сорняк. Здесь даже сорняк красиво цветет. Какие синие цветочки. В гору так тяжело. Ну и что, тут тоже красиво. Кустики. Ну вот, мы зашли уже в парк сам, такой Тильды. Такая она. Сам такой Тильда. Похоже на Санту. Может, я не знаю. Может, это не сам такой Тильда. Непонятно. Ничего не написано, непонятно. Смотрите, какая красота. Как я говорю, сегодня волны вообще. Такая красота. Да здесь как же им такое перевести? Какой перевести? Ильяс, ты никому не забыл передать привет? Всем привет. Нет, кому? Ильяс, передавай большой привет. Кому? Тете? Тете Илье привет. Ну-ка, нормально встань. Илья, привет. Смотри, какая у него борода. Он с твоих детей бороду эту срисовал. Приехала, а чуть не упала. Такое увидела. Ну-ка. Привет всем подписчикам. Привет, Оксана, желаю тебе выздоравливать быстрее. Хватит болеть. Посмотри, Оксана, какой у нас здесь замечательный парк. Этот парк мне напоминает Крым, хотя я никогда не была в Крыму. Мне кажется, что вот Крым, наверное, такой. Если бы вы знали, как здесь пахнет. Пахнет морем и цветами. Пахнет морем и цветами, да? Мама
А бабушка вон эту рукушку попросила привезти. Да? Раковину. Сейчас мы отдерем и побежим. Да когда к нам приходят, мне говорят, привезите раковину. А, вот эту. Мы говорим, как мы ее дотащим. Слушайте, она ведь настоящая, да? Да. Она настоящая, люди. Ух ты. Она больно много висит. Не затащим? Да подойди ты к ней, что ты от нее отходишь. Ты любишь же фотографироваться? Можно нас? Можно. Сейчас выключим. Ну вот, мы зашли уже в парк сам, такой Тильды. Такая она. Сам такой Тильда. Похоже. На Санту. Может, я не знаю. Может, это не Санта крутит. Непонятно. Ничего не написано, непонятно. Смотрите, какая красота. Как я говорю, сегодня волны вообще. Такая красота. Да здесь как же им такое перевести? Как им такое перевести? Ильяс, ты никому не забыл передать привет? Всем привет. Нет, кому? Ильяс, передавай большой привет. Кому? Тете? Тете, привет. Ну-ка, нормально встань. Алья, привет. Смотри, какая у него борода. Он с твоих детей бороду эту срисовал. Приехала, а чуть не упала. Такое увидела. Ну-ка. Привет всем подписчикам. Привет, Оксана. Желаю тебе выздоравливать быстрее. Хватит болеть. Посмотри, Оксана, какой у нас здесь замечательный парк. Этот парк мне напоминает Крым, хотя я никогда не была в Крыму. Мне кажется, что вот Крым, наверное, такой. Если бы вы знали, как здесь пахнет. Пахнет морем и цветами. Пахнет морем и цветами, да? А бабушка вон эту рукушку попросила привезти. Да? Раковину. Сейчас мы отдерем и побежим. Да когда к нам приходят, мне говорят, привезите раковину. А, вот эту. Мы говорим, как мы ее дотащим. Слушайте, она ведь настоящая, да? Да. Она настоящая, люди. Ух ты. Она больно много висит. Не дотащим? Да подойди ты к ней, что ты от нее отходишь-то. Ты любишь же фотографироваться? Можно нас... Можно. Сейчас выключу. Давай, давай. Обнимай красавицу. Вон, смотри туда. Пойдемте посмотрим. Сегодня море очень спокойное. Поэтому мы на пляж не пошли.
Посмотрим, что там внизу. О, даже как шумит оно сильно. На фоне статуи, на фоне Наполеона. Сейчас на фоне сфотографируемся на фоне русалочек. Вот такие на фоне. Русалка такая красавица. Ильяс не хочет хватать за титьку, я буду. Ракушечку держит. Тетя. А что-то у нее рог на голове, смотрите, вырос какой. Рог. Тетя Мотя. Тут вторая тетя Мотя есть. Вторая ручки так сложила. Бусинки. Жирные гачайки. Габиоты. А это так попугай орёт. Вот там проходит свадьба. Кстати, туда еще на пляж можно. Свадьба вот там проходит. Стулики там стоят. Цветочки. И так орёт попугай. Боже, как можешь так долго орать, а? А вот там пляж, ага. Вот здесь свадьба проходит. Вот он, здесь пляж, здесь местные отдыхают. Здесь. Потому что не знают туристы этот пляж. Кстати, я тут никогда не плавала, что-то вот никогда не получалось. Наверное, пошлите в следующий раз сюда. Но красота вообще как рай, да, ведь какой-то вот это... Какая-то невероятная, да, ведь красота. И главное, к ней привыкнуть невозможно. А рыба вон, видишь, какая? Рыба красная там. Тайский карп. Угу. Маленький. А тогда тут лягушка была огромная. Ну тут красиво, конечно, вот цветет лилия. Ну, интересно, как в такой маленькой она живет? Рыба-то эта. И большая, смотри, как выросла такая. Ну вот ведь. Ее ж никто не кормит тут. Ангелочки. Дети, детей я уже сфотографировала. Обычно тут свет даже не проходил. Thank you.
Well, I need the dollar, 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 that's what I need. Said I need the dollar, 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 that's what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? Bad times are coming and I reap what I done sowed. Well, let me tell you something, all that glitters ain't gold. It's been a long old trouble, long old troublesome road. And I'm looking for somebody, come and help me carry this load. I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey. Well, I need a dollar, 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 that's what I need. Well, I don't know if I'm walking on solid ground, 'cause everything around me is falling down. I need